don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Всем привет, с вами Марисен и Герман Чермер. Сейчас у нас утро, и мы решили снять такое видео. Утреннее. Что мы едим и как мы делаем завтраки. Я думаю, что вам будет интересно. Подписывайтесь на мой канал. И сегодня Герман будет готовить блины. Свои фирменные блины, которые я обожаю. А рецепт мне достался от папы, а папе он достался от его мамы. Я думаю, ничего там супер необычного, но они просто очень вкусные получаются. Да, не знаю почему, но у меня получается не так вкусно, как у него, я не знаю. Это, наверное, секрет рук. В эфире программа «Смак». В основном всегда я делаю завтраки, я жарю яичницу, и все-таки я решила сказать Герману, чтобы он сделал блины, потому что яичница это, обычно. Для начала нам нужно 2 яйца. В основном всегда, когда он делает блины, я или еще в ванной, или, например... Спишь. В основном всегда я себе делаю коктейль, а Герман какао. Я могу вам сегодня показать, как я делаю очень вкусное какао. Я не знаю почему, но оно у меня очень вкусное. Добавляем немного сахара, примерно 2 ложечки. В основном всегда у нас фрукты разные. Черные, белые, красные. Сейчас у нас есть бананы, яблоки и дыня. Да, может быть, вы удивитесь, но надо добавить немножечко соли. Теперь все измельчаем. Кстати, я совершенно забыла, я же могу измазаться, и я купила себе такой фартук. Извини, но теперь нет. Представляете, чуть не забыла. Ты все лучшая девушка. Я всегда, неважно яблоко это или еще что-то, шкурку обрезаю. Добавляем муку в пропорции примерно, мне кажется, 1 стакан муки и 2 стакана молока. Мучка. Мучка, можно, кстати? Мучка. Дипласко. И молоко. Ну, мы часто, если кашу, да, тоже делаем, мы... И с фруктами часто, да. Нарезаем фрукты. Иногда происходит вот так. Ладно. У Маши есть халатик, а у меня нет. Чтобы ваши блины сильно не подгорали, прям сразу сюда добавляем немного масла. Будем девочку маленькую. Нам готовить кухню. Сегодня я хочу сделать коктейль бананов. У меня папа делает на 2 сковородах. 2 ставит, ты сразу быстро по 2 делаешь. Это мы всей семьей сидим и кушаем. Да, это удобнее. Видимо, пока я готовлю, Маша тоже собралась готовить. Ну я просто жду, что мне делать. Понятно, понятно. Вот так всегда. Сидишь, готовишь, готовишь. Настоящую еду. Какие-то Маши готовят не настоящую еду. У тебя лихорадка? Да. Кухонная? Какой уровень? У меня уровень вообще 23. Я на самом деле очень давно просто уже играю. 1,5 года назад я ее нашла. Когда я играю в эту игру, мне всегда хочется кушать. Когда я играю и кушаю, мне так вкусно. Честно, я тут уже как профессионал. Видишь, 1, 2, 3. Видишь? Я молодец. Мне все пройдено. Все звезды. Маша, блин, у меня аж подгорел. Извини. Это твой блин будет, Маша. Хорошо, это я цвета, простите. Как ты? Мне кажется, это темнее. У меня на самом деле кухонная лихорадка, потому что я обожаю такие игры. Это моя вообще страсть, любовь. Когда я вижу, что Герман уже почти доделывает блины, я беру, делаю коктейль. Так, кидаю. Можно мне, пожалуйста, коктейль... Какой? Не знаю. Иногда добавляю туда фрукты, но сейчас лето прошло. Фруктов нет? Ну, нету клубники. У меня есть сейчас банан. Я добавляю молоко, сахар. Я люблю сладкое. Что за молодежь пошла в банках пьет, а? Да. Я захотела в это. Потому что самое красивое. Для того, чтобы сделать Герману коктейль, нам нужно молоко и Несквик. Очень важна последовательность. И реально, кто пил мой Несквик, все говорили, что им очень нравится. Вот у нас кружка молока. Я ее хочу подогреть. Ровно 1 минуту. Он у нас стал горячим. Как я. И ровно 2 ложки. И опять 1:30. Я каждое утро захожу в паблики разные. Каждый вечер тоже. Это меня очень спасает, потому что я знаю все новости. А газетки читать, нет? Нет. Там не пишут про блогеров. Надо исправлять? Да, надо исправлять. Все газеты, пишите про блогеров. Недавно я увидела новое реалити-шоу «С блогерами можно все». И на следующей неделе я буду давать задания участникам. И вы меня сможете увидеть на телеканале Ю. Реалити-шоу показывают каждое воскресенье в 22:00 по местному времени. И, кстати, вы тоже можете попасть туда.
да. А лучшие работы получат репосты в самой популярной паблике ВК. И также вы можете получать деньги за свои посты. А если ваша работа стала одной из лучших за неделю, то вас оценит звездное жюри. Стас Давыдов, Эльдар Жирафов и Настя Ивлеева. Это та девочка, с которой, кстати, недавно ездила в Лондон. Смотрите блог. И на самом деле зарегистрироваться очень просто. Заходим на сайт можновсё.ру, нажимаем кнопку «Авторизоваться», указываем дату рождения, подтверждаем номер телефона, размещаем свое видео в ВК с хэштегом «можновсё.сбилайн», а дальше снимайте видео, следите за рейтингом и становитесь популярным. Я бы не упускал такую возможность. Согласна. И твое какао уже готово, мое фирменное какао. Вот такое вот получилось какао. Очень часто я делаю так, я беру блин. Маш, не выпаешь, пожалуйста. Мазу. Что делаешь? Мазу. Это кто? Что за парень? Мазу? Да. Mm-hmm. Это твой новый парень? Если у вас есть контакты Мазу, сообщите мне. Дымно-нутельный блин. Также вы можете есть блины, в принципе, со всем чем угодно. Вкусно блины со сметаной, сладкий, с красной икрой. Сгущенка. Я думаю, все, мы будем завтракать нашими вкусными блинами божественными. Я думаю, вам понравилось это видео, и вам что-то было полезно, вкусно, вы тоже захотели сделать блинчики, так что присоединяйтесь. Оставьте пальцы вверх, вниз не ставьте, потому что у меня такого нет. И подписывайтесь на мой канал, С вами была Марисет. Пока на связи через камеру. А Герман Черных нет. А теперь ты забыл. И Герман Черных. Пока на связи через камеру. XO.